июля 2013 год. Мы едем по Азербайджану. Вчера прошли таможню. На таможне были около 6 часов. Мы сейчас едем, еще не имея никакого опыта общения с людьми, которые были не на таможне. Но уже сама таможня показала, что все, что говорили, может быть опровергнуто поведением людей, которые были не подготовлены к встрече с нами. Простое дело. Сейчас за часом идет, очередь стоит, машины не двигаются. Я могу терпеть, не есть, не пить, как Солженицын описывает, но в туалет сводить надо. Куда? Пошли там, где люди уже выходят, оттуда нас развернули, солдат только одно слово повторяет, назад, назад. И как нас выдавил, ну, нас нельзя, значит нельзя. Теперь мы пошли спрашивать, и вот нашелся там один, а далеко-далеко уже от грузинской таможни, а они рядом. Одна таможня, по которой ты заезжаешь, другая, по которой выезжаешь, а между ними пространство. И существует грань, граница, за которой уже территория другого государства, а прежнего закончилась. Вот этот сухонький небольшой человек ведет нас до конца, показывает, где находится туалет. Это так, человек, который слышит сидя, ну, что наш велик или дело, он пошел. Но он оставил свое. Он также ожидает очереди, также ему выехать надо. Незнакомые люди какие-то бородатые. Но он мало того, что сказал, он оставил своих и пошел, и рукой машет нам, идите. И дошел до конца, до этого здания, и показал, как, где, ну а дальше мы уже увидели, там, женское, мужское где-то. А кто? Мне сразу говорят, а ты же не знаешь, кто, может, это грузин, он повел-то на грузинскую территорию. Позже я его увидел и снова спросил, а вы кто будете, грузин или азербайджанец? Он говорит, азербайджанец. Вот это первое. Далее наши братья разговаривают с шоферами. И вот Николай Крущина разговаривает с одним, тот все рассказывает. Вопросы, ответы. И казалось, какая разница-то нам, где, какие ответы дают. Но это тоже оказался азербайджанец. И когда мы все-таки прошли эти мытарства, то остановились в одном месте. Там как магазинчик такой есть, около него, чтобы пообедать в темноте, достали там, которые в Грузии, у отца Наума дали нам помидоры, огурцы, их даже потер. И в это время оказалось, что тот человек, который с ними разговаривал, расположенный, это его магазин, наверное, был, он что-то в него разгружал. Ну не его, может быть, он как бы... Он привез туда привез товар. Привез туда товар, да. Там я фрукты. Не знаю, я сбоку видел ты где-то. И он давай подошел еще рассказывать, как ехать, какие-то радары стоят, где повернуть. Мало того, вызвался впереди нас идти и показать, где что это, в темноте, в ночной. Ну явно, что тут работает азербайджанец. Вот уже кое-то, что приходится переосмысливать. Нам говорили, вот по сравнению с другими, где вы будете, там попроще, а вот в Азербайджане тут посложнее. Вот какие эти люди, и как они относятся недоброжелательно, и прочее-то. Но я знал, что к нам, даже среди русских, если к кому-то плохо относятся, то к нам по-другому, потому что мы молимся. За нас тысячи людей молятся. И вот, ну, небольшие такие примеры, только мы еще не дошли до Баку, а уже кое-что есть. Правда, на таможне очень долго нас, как говорится, мурыжили, расспрашивали, зачем едете. Главное, что мы были день назад, заезжали в Ереван, Армения. А они конфликтуют там из-за Карабаха или что, тут сегодня даже не расскажешь, как это есть. Но сказали, что у вас будут проблемы. Не люблю это слово, но как мне говорить. Так и получилось. А у вас печать, ну, в ответ не будет. Ну, видно, что один день, ушли, один день. А зачем? А кому? Мы доказываем, показываем. Он опять разворачивается, опять на то же, а насколько, а кому здесь едете? Все, я должен был говорить, что мы едем в Баку к добрым знакомым. Мы вообще едем по знакомым, по друзьям, по нашим. Здесь есть Самира Тагиева, а кто у ней? Муж. И все подробно, все.
Ну и дали все-таки добро нам, 72, кажется, часа, если не ошибаюсь, трое суток. Ну, по часам, то для нас это половина срока даже хватило бы. Побыли у друзей, побыли в библиотеке, куда мы едем. Ну, так-то мы едем, видим, это не автобус туристический. Мы останавливаемся, где хотим, покупаем, что хотим. Вот. Это вот первое, что мы увидели. Ну и интересно, как только выходишь уже из таможни, прям в дверях тут встречают люди с пачками денег в руках. Ну, видимо, деньги это их. Какие там названия их, я даже толком не знаю. Не знаешь, как называются деньги у них? Монат. Монат. Монаты. Вот, монат, доллар. Ну, тут понятно, обменять, если у тебя доллары есть, отдай тебе. Монаты дадут на монаты, ты кое-что купишь им. Ну, как базар рядом. А нашего подъехали когда, вопрос сразу подошли и спросили, а кто хозяин машины? Никогда не спрашивали, кто за рулем, тот и едет-то. А Виктор рядом сидит, он не ведет машину. Вон, корова рядом, покажи-ка ей. Теперь нас отдельно там, где проходят проверку, паспорт, там все, отправляют глазок на твой глаз, сравнивается оболочка, и на тебя 10 фотографий сразу выстраивается, 10 фотографий, но по ним он видит, ты наклоняешь голову, что и застывшая фотография. Ну, это, видать, дорогое такое оборудование. Но брата нашего Виктора нет, мы прошли, меня долго там держали. Один подошел, не тот, который рассматривает, а другой там. Поясок меня за поясок взял, а это что такое? Я говорю, пояс. Он у меня с левого кармана, тут торчит маленькая веревочка, за нее ключ привязан. А это что? Я вытаскиваю ключ. А справа что? Ну, я показал, я сшил такой, как кармашек дополнительный, в него у меня паспорт, и она привязана. Я говорю, аксакалы, старые люди, они заботятся, чтобы не потерять. А молодые, они сеют налево-направо-то. А ну, по-русски понимает, это уже хорошо. Теперь допрашивать, доказать надо, куда мы едем, Самира Тагиева. А данные это в моей папке, а брат-то и не знает где, которого отсекли Виктора Савченко. Вот. Мы говорим пройти туда, уже не пропускают. А мы вышли, когда смотреть, и видим только зад нашей машины, заходит в закрытое помещение, как в гараж какой-то. Что там с ним? Какая ему проверка? Правильно ли он поступит? Николай говорит, нужно сделать было вот так. Я говорю, надо это раньше было говорить-то. Он не хозяин. Закрыл машину и сказал, хозяин там. Что везут? Я не хозяин этому. Мы везем какие? Книги, в подарок. Вот. Как он поступит? Тем более я брата знаю, он, как я называю, одноканально работает. По одному каналу, а второй он отсекает на следующее время. А тут сразу гонят тебя по всем каналам. Ты должен отвечать, ты должен поступить правильно, закрыть правильно. Господи, мы стали с братом там и молимся, уткнулись в стенку. А вокруг народ, базар торгует, на нас смотрят. Мы помолились, его нигде нет. И вдруг машина выходит, похожая на нашу, там вдали, это вдали, там, где проверка идет. Ну, наш или не наш, я не знаю. Вдруг видим, наш брат Виктор выходит, это все наш. Но вот он застрял, его нет и нет и нет. Брат решил пройти к начальнику. Ну вот он подъехал. Опять не пропускает, какую-то бумажку не отдали. Сколько заплатил-то ты все вчера? 3400 рублей. Ни за что. Оказывается, ну за что? Это за дорогу, что мы по ней едем. Налог на дорогу и страховка. Страховка. Везде надо платить. Ну, говорится, заварил кашу, масло не жалей. Мы едем-то по делу. Не просто так я сел, поехал кататься куда-то. Туризм приносит громадные прибыли, барыши государству. Ни за что. Ни за что. Я помню, читал в Испании, когда была у них там тоже неблагоприятная обстановка, денег не хватало. И поставили министром туризма одного человека очень активного. Уже через несколько лет он буквально все, и промышленность, сельское хозяйство поднял благодаря поступающим вливаниям через туризм. Вот теперь я увидел, за что и как. Если мы тут больше прогоним, то так тут еще больше будет взимать с нас. Как говорят. Вот. На столбе. Вон сидят. Вот видишь? Мы едем по Азербайджану, вот брат Виктор снимает. Посмотрите, как первое сиденье. Дороги как стрела. Сравнить дороги
Грузии или с Армении не приходится. То есть, ну, это совершенно не похоже. Там в горах она, так называемый серпантин, виляет. Я вчера стоял, у меня в головах кружилось в алтаре у батюшки Наума. Он туда меня сразу пригласил, чтобы сказать проповедь. А тут мы едем. Тут, когда выехали, вообще пока никаких препятствий нигде нет. Полиция встречается, не останавливает. Вчера Николай говорит, нет, отдыхать не будем. Буду вести машину, доколе нужно. И уже по местному в первом часу где-то остановились. А сегодня еще 5 часов 15 минут, уже машина тронулась вперед. Потому что сколько осталось еще впереди? По местному в третьем часу остановились, третьем. А по Москве во втором часу. А, у них разница еще. Ну, значит, разница еще в час. Я думал, московская. Вот. Ну вот, едем, надо успеть вовремя. И похоже, что мы можем успеть, если никаких происшествий здесь не будет. Есть необычные птицы, я на это смотрю. Каналы, наполненные водой. Видимо, вот... Заботятся они о том, чтобы туристам было удобно ехать. Это первое. Ну, поля, никаких полей, вот вижу я, что-то черное, там, что оно там черное, горелое, или такая она земля есть. Но земля не Украина, не чернозем. Подсолнечник кукуруза, выше роста человеческого, не попадает. То есть вообще ничего там. Значит, вот есть где-то есть. Ну, Азербайджан нельзя сравнить там с Грузией, с Арменией, потому что у них нефть. Поступление, и это питание, видимо, другое во что-то есть. Видели, как люди многое закупают, и узнали, оказывается, снабжение требует внимания со стороны. Люди покупают, и вводят сюда. Мы не знаем, как будет, вводится. Но уже на выходе, когда где проверка шла, подошел, видно, начальник, офицер, я не знаю, кто там, капитан или кто. Ну и давай, вот какие люди должны быть. А Боге, вот Аллах поклоняется, пожалуйста. Я думаю, человек должен быть хороший. Я вспомнил фильм, говорит, в аду много хороших людей. Я говорю, человек не может быть хорошим без Бога, но он должен искать Вышнего и оттуда получать силу от Бога. И, ну тут я говорю, нам идти надо, уже некогда говорить. Видите, этого тоже нигде не было. То ли это специально человек тут уже зондирование ведет, то ли нет. Здесь руководитель, а сын Ильдара Алиева, как мне сказали, я раньше это знал. Вот. Я о нем раньше слышал разговоры, как правит сын, мы этого не знаем, но я с кем переписываюсь, о нем очень высокого мнения местные азербайджанцы, о жене его. Может быть, подчиненные так и должны думать, но мы-то сторонние люди, на один день вчера заехали. Вчера говорили как раз наоборот, что здесь... Работы нету у многих. Едут в Россию искать работы. Вот, видите. На бензозаправке. То есть мнения другие. Да, я на бензозаправку не выходил, не был, этого не слышал. Говорю только то, что видел, за что отвечаю. Вот. Ну, машины у людей хорошие. Видно, что ну, хорошую такую машину бедный человек не купит. Вот покажи, какая тут дорога еще в самом селении, куда нарушили. Повернуть на Чечню и выйти на Ставрополье. Сюда мы больше не возвращаемся, остатки забираем и медленно уходим через ворот. Липец, там наш архиерей, бывший барнаульский Максим находится. Если Господь благословит, думаем встретиться, потому что вот это был Потеряевки. Вот так показали, какая здесь дорога. Такой дороги позавидуют. Огражденно все. Стоят люди, где на стояли в очереди машины, попили, поели, бутылки тоже бросают, 5-10 бутылок морозили. Под ногами все захламлено. Вот. Ну, видимо, такой этикет у них положен. И с одной машины, и с другой, и с третьей выбрасывают. Это не Германия. Но если взять вот в общем-то, то мне здесь больше понравилось. Почему? Потому что я могу сойти с трассы, поставить... Выбрасывали-то где? В Грузии выбрасывали? Нет, в Армении, вот в Азербайджане. Вчера мы стояли в очереди. Да, это еще была Грузия. А, это еще Грузия была? Да, конечно. А, вот так.
да, потому что мы еще на той территории, вот видите, подсказывают здесь. Ну, идут работы здесь, вот, люди как обтянуты, чтобы не подошли, пока ограждения нет. Видно, что идет забор. Говорить о вере мы ни с кем не говорили, это у нас сегодня впереди. Мы думаем через знакомых тут собрать настоящих мусульман, которые свои, которые учат Коран, а Самира преподает Коран в школе, могли бы сказать, это настоящие мусульмане, потому что которых мы видим в России, они нам говорят, какие они настоящие, они свинину едят, они тут лулят, ничего не признают, и единственное знают, я мусульманин, и больше на этом все нет. Я-то знаю, изучая Коран, что ему это не положено. Вот, женщины одеты как попало, а здесь мы сразу увидели, есть женщины одеты уже по форме, так называемый хиджаб на них. Вот я попрошу, чтобы таких пригласили, может быть, если можно, то и женщины были, послушали разговор, если можно, то кулу, и мама может быть пригласить, если возможность будет. Вот дорога, видите, как уже она строится. Дальше расширяется.